Чего ты сказала, стоит 80? Я говорю 180? Нет, 150. 150. Короче, у нас опять отель «Центр», только теперь называется «Центр Sky», то есть мы тут летаем. Вот, ну, тоже в центре, только чуть-чуть на полторы остановки дальше от того места, где мы до этого жили. Вот, название такое же, даже пароль для Wi-Fi тот же самый. В принципе, все то же самое, тоже две кровати рядом стоят. Слушай, а у них это, простынь-то одна, да? Две кровати разные, а простынь одна, да? Да. А там было по отдельности. Да. Вот, значит... Одеял сколько? Посмотри сейчас. Одеял два, я вижу. Откуда ты видишь? Ну, вижу уже, не буду я ничего тут буровить. Там шкафчик был, тут вот шкафа нету. Ну, вроде как по метражу написано, что это больше номер, 22 метра. Но по удобствам как-то, мне кажется, он хуже. Ну, мне так кажется. Вот. Там, кстати... Хуже вид был. Здесь вид лучше на вот этот их филармонию, как ты сказал, концертный зал. Это все там у них театры выступают и все такое. В Рейкьявике. А тут, кстати, нет этого... Что? Батареи, чтобы они включались. Да ладно? Да, нету. Прям нету? Нету. Ёлки-палки, там так классно было. Мы включили батареи. Тут вот это вот можно вот включить, то же самое будет. Кондиционер, да? Не, не кондиционер, наверное, отопление просто. Ну вот там, короче, мы включили батареи, было тепло. А тут холодно, из-за этого куртку не снимаю. Мне хочется... Ну так включи. Тепла. Включи, если сможешь, я не знаю. Так, тут тоже ванна, и там тоже ванна была. Тоже туалет, раковина. Тоже есть... Эти полотенца, раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, тут тоже ванна, да? А там, кстати, этот, было в том отеле, раковина была в коридоре. Да. А здесь все здесь. И закрываются нормальные двери. Дверь-то нормальная. А там тоже была нормальная дверь? Нет. Нет, нет, там стеклянная была. Там стеклянная была дверь, да, да. А здесь нормальная дверь. Ну, в общем, не знаю, если сейчас тепло будет, то я думаю, все нормально. Все хорошо. Тоже завтрак включен. И самое главное, сауна. Потому что я замерзла, я устала, мне так хочется отдохнуть. Сейчас пойдем где-нибудь поедим и пойдем в сауну. Сауна платная, по 20 евро. Но факт тот, что это, она тут есть. Вот. Ну, вид хороший из окна. Вот этот на океан, да? Сюда. Туда. Туда-сюда. Мне-то главное здесь, чтобы шторы хорошо закрывались. Тут потому что ночь не ночь. Вот сейчас время, 8:00. Вот это вот еще вот так же будет светло до 10:30. И нисколько не темно. И потом в 2 опять светло и вообще не темно. Мне поэтому тут так хочется зашторить, чтобы спать спокойно. А тут везде яркий вот такой свет. Ну а так все остальное нормально, все хорошо. Холодильник даже есть. Все хорошо. Всем привет из Рейкьявика, отель «Центр Sky».